Вообще история казахского ханства – это одна из сложнейших тем нашей отечественной историографии. Какое-то серьезное увлечение вот советский период вот этой темой не было серьезного увлечения. Мы больше опирались на дореволюционные исследования, это в основном на труды Левшина Алексея Ираклича, на труды Вильяминова Зернова и нашего Чуханова Алиханова. Вот этот пробел советского периода до сих пор сказывается, поскольку еще одна проблема, вытекающая из нашей вот прошлой советской реальности. Не было у нас подготовлено достаточное количество гражданских историков, историков, специализирующихся на гражданской тематике. В основном наши историки, наши коллеги защищались по истории Компартии, по истории Советского Союза, советского строя. И поэтому все эти годы независимости мы остро ощущаем недостаток специалистов по гражданской истории Казахстана, в том числе по истории казахского ханства. Доминируют два взгляда на историю казахского ханства, на факт становления казахского ханства. Сторонники одного из этих направлений говорят, что как такого государства не было, было вождество или союз, конфедеративный союз племен, как таковых институтов государственности якобы у казахов не было. И они приводят в качестве аргументов материалы, скажем, по всемирной истории, по западной истории, показывают нам модель западных государств, говорят, вот смотрите, у них есть определенные сословные отношения, есть классы, есть эксплуатация, есть городская культура, есть постоянная армия, в конце концов, есть тюрьма и так далее, и так далее. То есть властные атрибуты Запада, они, конечно, служат для них, для таких историков, как бы образцом. Есть наши историки отечественные, которые говорят, что у казахов было государство, казахское ханство можно считать государством, но, к сожалению, опять же, здесь вот давление вот марксистско-ленинской такой методологии, европоцентрической по своей сути, и доказать, что у кочевых народов было государство, для них сложно. Хотя они констатируют факт, говорят, что это государство, безусловно, но это же надо доказывать. Поэтому сейчас, когда мы отмечаем 550-летие казахского ханства, нам нельзя ограничиваться просто описанием фактов. Вот где-то в середине 15 века образовалось казахское ханство, потом мы делаем комбинацию эмпирических материалов и без каких-либо таких теоретических выводов. Вот эта проблема сейчас остро стоит перед нашим обществом и перед нашими историками. Если мы говорим о том, что казахское ханство – это государство, надо доказывать это. И в первую очередь, конечно, надо опираться на материалы, касающиеся системы управления. И на ряд таких субстанциональных таких моментов. Насчет отсутствия городской культуры. Многие историки еще в советское время говорили, что кочевники самостоятельно не создают государство. Обязательно нужна оседлость, чтобы говорить о государственности. Здесь мы на казахском примере видим интереснейший такой симбиоз кочевой культуры и оседлой культуры. Это ни в коем случае нельзя забывать. У нас на юге есть огромные мегаполисы, по средневековым меркам, скажем, Туркестан, Саранак, Семиреченский мегаполис, 27 городов на территории Семиречии, более 30 городов вокруг Туркестана. А надо учитывать еще тот факт, что Ташкент долгое время принадлежал казахскому ханству, был в составе казахского ханства, начиная с эпохи правления Тәуекел хана. И, в принципе, за Ташкент боролась казахская интеллигенция начала 20 века. Алашарда,
боролась за то, чтобы оставить Ташкент в составе Казахстана. И в первые годы советской власти борьба за Ташкент была очень острая. А вокруг Ташкента около 50 городских поселений. Вот этот факт говорит о том, что у казахов была городская база, оседла земледельческая база, на которую упиралась политическая власть. Эти города служили в качестве политических центров, безусловно. Туркестан был центром казахского ханства, столицей казахских ханов. И даже вот на примере Абылайхана. В 1771 году именно в Туркестане у мечети Ходжа Ахмеда Яссави Абылайхан был поднят на белой кашме и получил звание старшего хана. Вот здесь опять же вот структурой власти мы вернемся к системе. Что значит старший хан? Многие представляют, что казахское ханство представляет ряд удельных владений, огромное количество ханств и так далее. Вот в обыденном таком представлении средний жуз как бы отдельное ханство, старший жуз отдельное ханство, младший жуз отдельное ханство. Это полнейшая ерунда. В самом деле старшими ханами называются те ханы, которые избраны при присутствии всех представителей трех казахских жузов. По отношению к ним специально применяется вот этот термин «Улькен хан», «старший хан». А по отношению к остальным ханам, которые правили в отдельных улусах, скажем, Абу-Хаир не был ханом полностью младшего жуза, он был ханом северных улусов младшего жуза, применялся термин «кшихан», «младший хан». То есть здесь уже мы видим определенную политическую иерархию. Кроме того, сама вот эта родовая племенная структура, родоплеменная структура казахов многим представляется таким атрибутом первобытности. На самом деле это тоже большая ошибка, методологическая ошибка. Надо говорить о том, что жузы, улусы, которые входили в жузы, роды и племена, которые входили в эти улусы, представляют собой своеобразные административно-территориальные единицы. Просто когда в середине 15 века образовалось казахское ханство, происходил процесс образования казахского ханства, старейшины, предводители разных племен договорились, что основой, вот, связкой этого ханства будет система родства. Мы многие вещи обозначаем через термины родства. И эти термины родства до сих пор мы активно употребляем в обычной жизни. Мы часто употребляем. По отношению к младшим мы говорим «энем», «баурым», «карндасым». По отношению к старшим говорим «агам», «кукам» и так далее. Вот эти термины родства мы активно употребляем. Но это не значит, что все казахское общество, оно состоит из первобытных родов и племен. Нет. Это административно-территориальные единицы. И мой предшественник, один из виднейших этнографов нашей современности, Ахселев Сейдімбек, называл вот эти процессы образования административно-территориальных единиц из общин, кочевых общин, называл термином «жасахтал», то есть формирование. То есть, если даже смотреть структуру трех казахских жузов, мы видим, что это не потомки одного какого-то предка, архетипа. Нет, в самом деле они формировались, вот эти группы формировались в 15 веке. Возьмите шежре любого казахского рода, любого казаха. Мы видим, что предводители, их родоначальники берут начало где-то с середины 15 века. То есть в тот момент, когда образовалось казахское ханство, все договорились, что от этих людей мы начинаем свое дальнейшее родоповествование. И входили вот таким образом разные комбинации, разные родоплеменные единицы. Их можно вот в нашем современном понимании, это области, районы, сельские единицы и так далее. Это вот такой момент. И вот эта самоорганизация придает определенный порядок
государственный порядок. Еще в середине XIX века, когда вот, появилась книга Левшина, описание казах-киргизских степей, и Радлов, который занимался в те же времена, вот в середине XIX века этнографией, казах плотно занимался, он очень был талантливым этнографом, говорил, что Левшин ошибается, называя общественную строй казахов анархией. На самом деле здесь нет анархии, здесь есть просто другая цивилизация. Совершенно другими принципами изучать надо это общество. Это просто другая ступень цивилизации. Это другая ступень цивилизации. Недавно, года два назад, я закончил одну интересную книгу про казахских аталыков. Аталык известен как у многих народов. Даже в науке, историко-этнологической науке, существует термин аталычество. Аталычество. То есть это те медиаторы, которые находятся, занимают нишу между политической властью, властью ханства, ханской властью и народом. Они воспитывают ханских сыновей. Они отвечают головой за безопасность ханских сыновей. Они управляют резиденцией хана. Они отправляют посольство и принимают посольство. Их печать идет наравне с печатью ханов. Аталык – это выдающиеся в основном лица, которые защищали именно централизацию власти, центральную власть, ханскую власть. Конечно, вот в любые исторические времена мы видим определенные сепаратистские тенденции. Это характерно для нашего времени, для того времени. Определенно родовые группы, эти жузы, улусы могли, конечно, стремиться к определенной независимости, но все-таки центральная власть в лице ханства, хана, орды, вот орда – это резиденция, по нашему пониманию, всегда стягивали в одно тело все вот эти разные части казахского общества. Большую роль в централизации власти играли ханские советы. В эти советы входили наиболее сильные представители черной кости. Скажем, вот, ордынские бии, представляющие интересы жузов. Толеби, Каздавсты Хазбек, Пиатики при Тавке хане, но при других ранних ханах были другие ордынские бии. Еще чем уникален казахский институт власти, системы управления? Тем, что даже вот до времен Аблайхана в состав казахского ханства входили отдельные субэтнические и этнические группы. Скажем, кыргызский этнос входил в состав казахского ханства как автономное образование. Каракалпакское сообщество входило в казахское ханство. Входили кураминцы, которые жили вот в окрестностях Ташкента. В эти советы, ханские советы, входили представители оседло-земледельческого населения юга Казахстана. Обычно по отношению к ним применяется термин «сарт». Сарт – это не обидное слово, как сейчас понимают многие, а сарт означает «торговец». Человек, склонный к торговле. Они и занимались в основном торговлей. Вот население городов юга Казахстана в основном это были ремесленники и торговцы. Они обеспечивали кочевников всем необходимым товаром. Вот такие институты власти. Кроме этого, мы забываем, что при султанах, при ханах существовали большие общины тулингутов. В историографии существует до сих пор неправильное мнение о том, что тулингуты представляют якобы рабов, такую социально низкую группу. Это совершенно большая ошибка. Я читал документы 18 века, когда Абулхаир хан, отправляя посольство в Санкт-Петербург, дает описание как бы состава этого посольства. Он говорит, вот из представителей Туре, чингизидов, едет к вам
вот такой Татури, из представителей старейшин вот такие аксакалы едут, из Биев вот такие, и из Тулингутов вот такие. И просят им определить жалование, вот так называемые современные командировочные, да, командировочные. И Тулингуты получают больше, чем старшины, Бии старшины. То есть здесь уже мы видим определенную иерархию. То есть Тулингуты как приближенные хана, которые, люди, которые выполняют самые ответственные поручения. И при военных каких-то вот обстоятельствах играют роль телохранителей и личной охраны, и личной гвардии. Они получали гораздо больше, чем обычные смертные люди. Вот такие институты. Потом духовенство, казахское духовенство в лице сословия хожа. Это тоже говорит о том, что существовала сложная достаточно система управления в казахском ханстве. К сожалению, в последнее время мы как-то вот об этих институтах забываем. Раньше аксакалы наши, харья, говорили о них, помнили многие исторические рассказы, предания. К сожалению, отношение к устной традиции сейчас, конечно, она совершенно нетерпима в таком состоянии. А ведь мы многие исторические материалы сохранили именно вот через устную передачу. А мы ориентируемся сейчас, наши современные историки ориентируются на источники Китая, на источники России. Ну, что могут сказать люди, которые пришли к нам со стороны и временно оказались на нашей территории? Конечно, наиболее достоверный источник по нашей истории, по истории казахского ханства, по истории системы управления – это наши устные исторические предания. Надо просто их расшифровывать, надо их интерпретировать и применять в качестве самых достоверных фундаментальных источников.